Мама-динозавр, с любовью ухаживающая за своим гнездом? Птица, которая могла бы надрать тебя до смерти? А следы первобытной дискотеки динозавров? Ты не поверишь, какие захватывающие дух существа когда-то жили на Земле. И хотя время этих гротескных созданий прошло уже много тысячелетий назад, их древние окаменелости возвращают их к жизни. Но если говорить о жизни, как и когда вообще зародилась земная жизнь? Что ж, этот вопрос до сих пор остается одной из величайших загадок всех времен. Некоторые исследователи подозревают, что жизнь была занесена на Землю в результате столкновения с кометой, другие считают, что она расцвела на мелководье морей. Однако результаты нового научного исследования теперь показывают, что наши истоки могут лежать в бессолнечных глубинах океана. Когда эксперты изучали породы возрастом 3 миллиарда 770 миллионов лет, они наткнулись на несколько окаменелостей в форме трубок. Они, в свою очередь, напоминают структуры, которые также можно найти в гидротермальных источниках, так называемых черных курильщиках на дне морских глубин. Если говорить подробно, то вновь обнаруженные трубчатые окаменелости еще на 300 миллионов лет старше самых древних из известных на сегодняшний день признаков жизни. Это опять же так называемые строматолиты, известковые осадочные породы, которые производятся цианобактериями и образуют биопленки. Высиживали ли динозавры свои яйца? А вот этот вылупился. 2 года назад исследователи из Китая обнаружили 70-миллионную окаменелость, которая увековечила для потомков памятную сцену. Это было ископаемое гнездо в комплекте с яйцами, в котором также находились останки взрослого динозавра. Изучение костей показало, что эксперты поймали хищного динозавра из отряда овераптерозавров с поличным, когда он высиживал яйца. Хотя некоторые из 24 яиц были разбиты, по крайней мере 7 из них ждал сенсационный сюрприз. Внутри них действительно сохранились эмбрионы. Их особенность заключается в том, что они находятся на разных стадиях развития. Это говорит о том, что они должны были вылупиться в разное время. Эта птица отправит тебя в нокаут. Задолго до нашей эры птица-ужас была тем, чем сегодня являются гребнистые крокодилы, ядовитые змеи и ягуары. Согласно этому, гигантские ротиты были самыми опасными хищниками в Южной Америке на протяжении многих миллионов лет. Некоторые представители этого семейства могли бегать со скоростью почти 100 км в час и бить ногами с невероятной силой. В то время как вселяющие ужас птицы использовали свои изогнутые клювы, чтобы поразить добычу, словно топором, удар 70-килограммовой птицы высвобождал силу реакции около 2400 ньютонов. Этого было бы достаточно, чтобы нанести серьезные переломы костей копытному среднего размера, такому как альпийский горный козел. Новое исследование самой полной окаменелости птицы-террориста, найденной на сегодняшний день, выявило поразительную находку. Анализ внутреннего уха, гортани, трахеи и неба показал, что Лала Вискаглия не только очень плохо кричала, у нее также был крайне плохой слух. До сих пор окончательно не установлено, что же в итоге погубило птицу-убийцу, некоторые из которых могли достигать 4 метров в высоту и весить 600 килограммов. Возможно, их вытеснили хищники, которые прибыли на континент по недавно образовавшемуся сухопутному мосту. Танцевальный бал динозавров. Американский штат Колорадо является домом для самой странной находки, которую только можно себе представить. Здесь наблюдатели ждут бесчисленные 100-миллионолетние следы динозавров, и на самом деле это был своеобразный доисторический танцпол. Согласно этому, некоторые более крупные хищные динозавры могли исполнять здесь танец ухаживания, чтобы завоевать сердце своей самки. Помимо трехпалых гребней для ног, мы также видим здесь ряд впечатляющих царапин. Самцы царапали землю своими когтями, чтобы доказать, что они могут построить безопасное гнездо для своего потомства. Интересно знать, этот царапающий танцевальный шаг и сегодня является частью ритуала ухаживания некоторых птиц. Секрет Тирекса. Обнаруженная когда-то в восточном американском штате Монтана задняя бедренная кость самого древнего из известных тирексов продолжает удивлять исследователей. И не зря. Несмотря на возраст в 68 миллионов лет, эксперты обнаружили в ископаемой кости остатки органических тканей. До этого момента специалисты предполагали, что этот материал не мог сохраниться в таких старых костях. Позже серия химических и молекулярных анализов показала, что ткань даже содержала фрагменты белка. Это коллаген – важнейший органический компонент кожи и соединительной ткани. Сравнение с последовательностью коллагена современных животных выявило сходство с таковым у кур, лягушек и тритонов. Именно этих параллелей с курами и ожидали исследователи, учитывая родство современных птиц и динозавров.
Смертельные муки доисторических ящеров. Битва между процератопсом и велоцираптором длится уже 80 миллионов лет. Обнаруженная в Монголии в начале 1970-х годов двойная окаменелость поднимает фундаментальный вопрос. Как два динозавра могли окаменеть вместе, а затем относительно друг друга? Хотя находка запечатлела удивительную сцену на вечные времена, существуют различные возможные объяснения. Возможно, соперники утонули или их похоронили в самый разгар событий. Эта змея съела динозавра. Змей-душителей давно подозревают в том, что они пожирают буквально все, что хоть как-то пролезает через их вывихнутые челюсти. И 67-миллионолетняя окаменелость теперь показывает, что аппетит змей не останавливался даже на динозаврах. То, что однажды было найдено на северо-западе Индии и поначалу считалось просто коллекцией останков динозавров, позже было проанализировано и показало, что в этом деле также участвовала скользкая гостья. Недавно открытый вид змеи Санаджех индикус положил глаз на вылупившихся молодых особей, которые принадлежали к группе титанозавров. Вероятно, взрослые титанозавры были обращены в бегство поднимающимся приливом или приближающимся штормом и покинули свои гнезда. Затем змея забралась в гнездо и стала ждать, когда вылупится ее еда. Любовные игры черепах. Быстрый поиск показывает. В среднем половой акт длится около 5,4 минуты. Однако оргия, которую устраивают 9 пар черепах в Мисселе Гессен, длится уже 47 миллионов лет. Ладно, признаем, древние носители панциря мертвы уже столько же лет. И все же эта любопытная находка представляет собой выдающуюся ценность для ученых. В конце концов, это самое раннее свидетельство спаривания ископаемых позвоночных. Исследователи подозревают, что во время акта черепахи погрузились в более глубокие слои озера, где, вероятно, присутствовали токсичные газы. Что ж, вероятно, бывают концовки похуже. Рожающая мать-динозавр. Начало было и концом. Обнаруженная в Китае в 2011 году окаменелость ихтиозавра из юрского периода фиксирует и рождение, и смерть. Эксперты предполагают, что рожающая мать-динозавр умерла во время родов. Однако способ рождения также дает глубокое представление о развитии крупнейшего морского хищника своего времени. Это потому, что потомки на самом деле родились вверх ногами. Способ рождения, который ихтиозавр весьма вероятно перенял у своих предков на суше. Катастрофическое нападение. Птерозавр Арамфаринг на самом деле хотел лишь перекусить небольшой рыбкой. Но вместо этого нападение закончилось его собственной смертью и созданием замечательной окаменелости. Жертва, так называемый аспидоринг, пронзила левое крыло птерозавра своим длинным острым рылом, которое затем запуталось в зубах рыбы. Поскольку в результате птерозавр уже не мог взлететь, а рыба не могла уплыть, неожиданная пара опустилась на дно водоема. Пока динозавр там тонул, рыба тоже задохнулась, поскольку ее затянуло в токсичную и лишенную кислорода воду. Семейный ужин с последствиями. Около 125 миллионов лет назад группа хищников из Юты обнаружила долгожданный пир – массивного утконосового динозавра, который наполовину погрузился в ил и не мог освободиться под действием собственных сил. Естественно, хищники недолго колебались, но за голод им пришлось заплатить собственной жизнью. Один хищник за другим застревал в грязи, так что в конце концов бок о бок со своей добычей погибли взрослая особь длиной 5 метров и несколько молодых животных размером с курицу. Это самый мощный тирекс всех времен и народов. Позволь представить тебе Скотти. То, что звучит как дружелюбный тип приятеля, на самом деле является именем, которое исследователи дали ископаемому тирексу, обнаруженному ими в Канаде. Однако это не просто тирекс, это самый большой и тяжелый экземпляр, найденный на сегодняшний день. Изучение окаменевших останков показало, что Скотти был около 13 метров в длину и при жизни весил почти 9 тонн. До этого момента ученые считали, что Т-рекс достигал максимальной длины чуть меньше 12 метров. Кстати, своим прозвищем доисторический ящер обязан напитку, с которым исследователи подняли тост за свое открытие. Они угостились бутылкой шотландского виски. Настоящий комар из парка юрского периода. В фильме «Парк юрского периода» ученые используют кровь, переносимую древним комаром, заключенным в янтарь, чтобы воскресить динозавров. А американские исследователи сделали похожее открытие в реальности. Они обнаружили редкую 46-миллионолетнюю окаменелость комара, которая на самом деле до сих пор полна крови. Правда, неизвестно, через чье тело когда-то текла выпитая кровь.
В отличие от фильма Стивена Спилберга, из окаменелости нельзя извлечь ДНК. Оперение из доисторических времен. Ископаемое анхиорнис или прямое попадание в пернатый мир поздней Юры. Почти полностью сохранившаяся окаменелость была однажды найдена в китайской провинции Ляонин и послужила основой для первого описания вида. Согласно ему, птицеподобный динозавр, живший между 163 и 157 миллионами лет назад, имел ярко выраженные перья на руках и ногах, а значит, в общей сложности 4 крыла. Что касается цвета, то исследованные меланосомы показали, что у анхиорнис был серый основной цвет и красновато-коричневый, похожий на гребень маховика на голове. Это ископаемое выглядит реалистично. Ладно, признаем, многие окаменелости выглядят довольно абстрактно и дают лишь отдаленное представление о том, как выглядели существа при жизни. Однако следующая находка — это совершенно другая история. Нодозавр, найденный в Альберте, Канада, настолько хорошо сохранился, что мы даже можем разобрать детали на его панцире и коже. И это несмотря на то, что возраст новооткрытого вида составляет не менее 112 миллионов лет. Нажми на кнопку подписаться и больше никогда не пропускай захватывающие видео.